эксцентриссимо. У кого вся жизнь масленица? Правильно, у тех, у кого все в шоколаде. И они неделю перед постом, который вряд ли соблюдают, будут есть не непонятные жирные изделия из второсортной муки со сгущенкой или нутеллой. Когда порция стоит 1500 долларов, объедаться не стыдно. Такие блины подают в одном из американских ресторанов. Шеф-повар хотел предложить посетителям просто вкусное блюдо. Получилось, что вкусные блины – это когда они стоят как 5 учительских зарплат. Но деньги не просто так потрачены окажутся. Лобстер, икра, белуги, трюфели, соус на основе розового шампанского. Все это будет к блинам обязательно. Если бы у нас была масленица круглый год, никто бы не расстроился. По крайней мере, кошельки бы не очень пострадали, в отличие от фигур. Росстат посчитал, сколько нужно денег, чтобы испечь 30 блинов. Оказалось, что в Татарстане это будет стоить всего 130 рублей. Дешевле уже не бывает. Дороже всего набор продуктов в Ненецком автономном округе – 150 рублей. Без лобстеров, со сметаной. Ну не это ли классика? Эксцентриссимо.